Всем привет! А мне пришла посылочка с сайта AliExpress. Вот такая вот маленькая скромненькая посылочка, но тут очень прикольный спиннер. И сейчас я вам его покажу. Опля! Вот такая вот коробочка. И тут сразу же видно, какой этот спиннер. Сейчас мы его извлечем. Вот он, ребята, смотрите, класс! Вот такой вот яркий, с такой вот огненной раскраской спиннер, как будто там пламя какое-то, да? Спиннер реально очень красивый, но главная фишка этого спиннера в том, что тут есть вот такие вот светодиоды, видите? А чтобы их включить, тут есть такой вот маленький включатель. Чик, и светодиоды загорелись, смотрите! Также здесь есть вот такой вот вход microUSB для того, чтобы заряжать эти светодиоды. Попробуем подключим зарядку. Да, смотрите, тут загорелась лампочка, значит зарядка идет и все работает. Это просто отлично. Это ж прикиньте, до чего додумались китайцы втиснуть microUSB вход в спиннер. Это скоро засунут в спиннер Bluetooth колонку. Кстати, это не шутка. Спиннер с Bluetooth колонкой уже продается на AliExpress. И я его уже заказал. А сейчас, ребята, внимание, я покажу, что будет, если раскрутить этот спиннер. Вау, смотрите, получается вот такой удивительный рисунок. Класс, правда? Причем, смотрите, рисунок постоянно меняется. В этом спиннере запрограммировано целых 10 разных вариантов светового рисунка. Вот это спиннер! Сейчас уже обычным спиннером мало кого удивишь, а вот таким спиннером реально можно удивить всех друзей. Сейчас я выключу свет и будет еще прикольнее, смотрите. Это просто магия какая-то. Я в шоке, ребята. Ну все, ребята, теперь это мой самый любимый спиннер. Сейчас же закажу еще парочку таких спиннеров на подарки племянникам. И, кстати, стоит он совсем недорого. Я купил его всего за $4. В рублях это будет всего 250 рублей. Кому интересно, где я купил, ссылку я оставлю под видео. А также, ребята, сегодня будет конкурс. Я разыграю сразу 3 таких спиннера. Все условия конкурса под этим видео. Ну а на сегодня все, ребята. Всем хорошего настроения. Пока-пока.